ЗУ-155 застройщик микрорайона Трехгорка планировал построить здесь паркинг. Правда, вместо 5 этажей по проекту решил возвести все 9. Жители соседних домов подали в суд, который и вынес решение незаконную конструкцию снести. Компания работы начала, но так и не завершила. Нету забора, дети имеют свободный доступ к этому парковке, торчащая арматура, открытые колодцы. Конечно же, мы как жители микрорайона били тревогу. Совсем скоро пейзаж на улице Чистяковой в Трехгорке преобразится. Недостроенный паркинг останется лишь в воспоминаниях местных жителей. Рабочие уже приступили к сносу объекта. В первую очередь будем дочищать паркинг, разрушать остатки здания и ликвидируем вот эту опасность для наших детей и для того, чтобы здесь в целом могли собираться какие-то антисоциальные элементы. Сейчас сносом недостроя занимаются 15 рабочих и гидромолот. Таким составом планируется завершить работы до майских праздников. Если мы сделаем не 15 рабочих, а 30 и 4 единицы техники, все же быстрее можно сделать? Правильно? Математика правильная? Арифметика правильная. Как вас на это смотивировать? Я думаю, что с понедельника будет уже увеличение. Просто этой теме уже много-много лет, и, конечно, жители ждут какого-то прорыва. Усиление на объекте произойдет в течение 2 дней, что позволит сократить срок работ. А уже летом на месте недостроя появится временная плоскостная парковка. Машины, которые сейчас стоят во дворе, их будет возможность парковать на этой плоскостной парковке. На взгляд, это порядка там 100 машин. Конечно, это облегчит жизнь, и внутри станет передвигаться намного легче. А еще через несколько лет на месте временной стоянки построят многоуровневый паркинг не выше 5 этажей. Эти работы будут проведены в рамках строительства выезда на северный обход Одинцова и дороги на улице Чистяковой. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».